Ребята, всем доброе утро. Доброе утро. Максик тут пришел. У нас на улице такой сильный ветер, ураган, и идет дождь. Я вам серьезно говорю, на улице ураган. Мы вчера смотрели даже в новостях, показывали, что вода в Неве начала очень сильно подниматься. Вот, и сегодня должна еще больше подняться. И сегодня и завтра будет штормовое предупреждение. В общем, сильный ветроганище и дождь. Я хотела сейчас окно открыть, там просто все сдувает. Просто. У Лики сегодня должна была быть контрольная. Но Лика написала согласовать с преподавателем время и в каком кабинете. Но он написал, что откладывается пока контрольная. Вот, и он напишет. Когда, представляете? Макс! Макс, че ты засмотришь? Засмотрелся, Макс. Ладно, милаш, надо вставать. Ну смотри на камеру, Макс. Надо завтракать. И Максика покормить. Макс. И Максика нужно покормить. Максик покормлен. Мы с вечера всегда проверяем водичку и еду, чтобы была у него. Режим зигзаг. После завершения уборки, пожалуйста, опустошите. Ну что мы сегодня будем завтракать? Достала я сыр гауду, колбаска сервелат. Ну это, наверное, папа у нас, да, будет такое кушать? Я как-то колбасу сервелат не очень. Одну штучку могу попробовать, но особо не люблю. Творог надо доесть, зерненый со сливками. Это, скорее всего, буду я кушать. Лика вообще не любит такой творог. Шоколад чернично-йогуртной начинкой. И ягодные вот такие вот корзиночки с вишней. Еще, по-моему, у нас есть с малиной. И бутербродики с икрой сделаю. Немного икры уже осталось, нужно будет доделать. Хотя тут не немного, да? Мой любимый кукурузный хлебушек. Ну и, конечно, делаем кофе, чай, икра. Кстати, что-то не понравилось ни папе, ни Лике. Это икра киты. И говорят, что именно она горчит. Странно, мне нет, мне не горчит. Мне больше как-то кажется, что с горчинкой нерки рыба. Ой, икра. Ну, не знаю. Как бы тут, конечно, у всех свой вкус. Вот в этот раз мы взяли молочная долина, да, по-моему, или молочная речка. Да, очень неизвестно. Но... неизвестная фирма молока. Сейчас я вам покажу, скажу, что оно получается самое сворачиваемое. Я вчера вот столько не убрал в холодильник молока, вот сколько осталось на ночь. Осталось, да? На ночь. И к утру оно не просто простокваша, оно прям густая, такая твердая, это вот такая молочная. Но мы всегда смотрим, чтобы молоко было цельное. То есть, ну, стараемся не брать нормализованное. Я люблю, когда пенка такая хорошая. Хочу выкинуть вот этот слайм. У него уже и запах появился какой-то. Миланка не давала его выкидывать. Смотрите. Пока Миланка занята, решила. Ну, что стоит в вазочке? Милана про него уже и забыла, про этот слайм. Такой вот слайм с бантиками. Валяется, Миланка не играется. Уже, наверное, неделю. А то, может быть, даже и больше. Мне кажется, девчонки делали какой-то челлендж с слаймами на Миланкин канал, Мими Шоу. И вот слайм этот дней 10 точно лежит. Миланка к нему ни разу не притронулась. Короче, выкидывая его в мусорку. Этот слайм. Ничего мне тут захламлять. Стоит вазочка эта пустая. Сейчас я его в посудомойку кину и все. А этот слайм выкидываю. Ой, решила сейчас полазить по интернету, посмотреть очки солнцезащитные. Вообще, что сейчас в моде. Я даже не знаю, какую форму я хочу. Вот такие вот мне не очень идут. Хотя не знаю. Знаете, нужно мерить. Вообще смотрится, по-моему, неплохо. Дар для очков, кстати, у меня есть. Ой, вот такие вот у меня есть, я заказывала. Это, видите, фирма Polaroid. Такие вот очки Polaroid.
Так, Майча. И что, не загружаемся? Так, степень защиты. Вита правы круглая. Поляризационный фильтр, пластиковые линзы. Мне не нравится, мне, наверное, такая форма. На самом деле мне не все очки идут, но, наверное, как и всем, да, очень трудно найти очки, форму очков, форму, которая будет идти. Я еще, конечно же, хочу такие хорошие, чтобы, знаете, они были, ну, как бы хорошо защищали глаза. Вот смотрите, какие. Вот эти мне прям понравились. Форма. Черный цвет, серебристый и лиловый. Слушайте, мне вот эти нравятся. Смотрите. Так, степень защиты. Ведь это похоже, степень защиты. Там первая в категории, здесь вторая категория. Ультрафиолетовый фильтр пластиковый. Ну и чё? Ничего. Особо они по степени защиты. Я не скажу, что супер. Правильно? А это что такое? Не, такие не хочу. Пишите, какая вам форма очков нравится. Вообще, какие хорошие. Я слышала, вот Polaroid неплохие. Какие еще хорошие? Вот эта форма мне идет. Идет. Но такие у меня есть. Наподобие таких. А вот смотрите, вообще прям кошечка. Форма такая, видите? Как у кошечки. И в том году была кошечка, тем лет. Так, а это как грустный кот. Лика такие заказывала. Смотрите, манго, кстати, фирма. Заказывала в том году и не носит. Представляете, ей не нравится. Не подходит форма. Вот в чем минус. В некоторых интернет-магазинах очень как бы удобно. То есть тебе курьер привез, ты померила, не понравились, ты вернула или, там, или не взяла. Вот, где-то оплата после примерки, а где-то оплата на некоторых в некоторых интернет-магазинах. Вначале оплачиваешь, заказываешь, потом меришь, можешь вернуть, если не подойдут. Вот, а если заказывать из Китая, то, сами понимаете, вначале купить, оплатить, а потом что придет. Подошло, не подошло. И вот мы как-то заказывали тоже, я даже сейчас не вспомню, что за интернет-магазин очки, но они, по-моему, фирменные очки. И вот, знаете, Лики пришли, мы заказали вот такие очки, очень ей понравились. А пришли они, пок, и не идут. Представляете, и не идут. Вот я просто знаю точно, что мне вот такая вот форма вот идет. Мне идет такая форма. Вот такая, вот такая. Но что-то хочется новенькое. А что? А что? Выбор. Может быть, знаете, заказать вот типа таких. Смотрите, они... Ну, я не говорю, что именно эти. Вот такие вот, знаете, я имею в виду, без оправы. Такие они очень легенькие. Кажется, такая форма мне вообще не идет, вообще не идет. Смотрите, какая форма интересная. Так,
О, как много их тут. Ничего себе, сколько страниц. Страниц, наверное, 10 будет. Все, конечно, с вами не буду листать. Чуть-чуть сейчас пролистаю. Как вам вот такой цвет? Давайте зайдем, посмотрим. Вторая категория. Ультрафиолетовый фильтр. Пластиковые линзы. Без оправы. Вот да, что я говорила. Они вот без оправы такие вот легкие. У них вот посмотрите, на них смотришь. Они вот прям такие воздушные, легкие. Зеленые. Кстати, никогда не мерила вот такую оправу. Есть, смотрите, в розовом цвете. Такой цвет. Коричневый. Такой очень нравится цвет. А вот зеленый, кстати, никогда не мерила. Даже не представляю, подойдут мне такие или не подойдут. Ладно, буду дальше ковыряться, искать. Когда определюсь, обязательно вам покажу. Это будет, наверное, уже завтра. Но на сегодня влог подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Всем до завтра. И пока-пока. Завтра вам скажу, расскажу, что выбрала я или нет. И если на чем-то остановилась, конечно же, покажу. Пока-пока.